День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И мы продолжим играть в игрушку Planet Explorers и в... Привет! Привет, многорукая ты! Умри, пожалуйста. И мясо. Хорошо. И в прошлый раз мы расстались с вами, когда я был здесь и искал кость рыбы. Оказывается, я в интернете посмотрел, оказывается, кость рыбы просто валялась на дне озера. Вот где-то вот здесь. Почти что прямо рядом с вот дыркой, в которую мы ныряем. И над костью рыбы был синий восклицательный знак. Что, ну, скорее всего, мне нужно было почитать внимательнее задание. Чего я не делаю. Теперь я отправился сюда, и, как видите, я отсюда собирался бежать сюда, но я забежал сюда на гору, и, видите, мы здесь постоянно спускаемся, и я надеюсь просто, что я смогу здесь спрыгнуть и долететь. Прыгнуть! И где мой? Где мой? Так, где мой? Я просто это хотел на запись пусти. Есть! И все. Я в правильном направлении вообще... Ну, так вот, пускай будет. Чуть-чуть. Да. Правильно. Более или менее. И все, полетим. Полетим. Это намного приятнее, как бы. Это мне просто нравится. Это на глайдере. Конечно же, скажу вам честно, ощущение скорости было бы... Вот Far Cry 3 на глайдере. Обалденное ощущение скорости. Особенно, когда ныряешь, когда взлетаешь, когда притормаживаешь. Здесь... Больше это напоминает, как будто становишься на рельсы и как бы спускаешься. Но я просто рад, то, что оно есть. Это просто классно смотрится. И это шикарный способ передвигаться. Так что, особенно джетпэк, а потом глайдер. Так, скорее всего, нам туда. Да, нам туда нужно. Давайте тогда спустимся. Так, самое главное не перелететь... Да. Так, самое главное не перелететь слишком далеко, потому что у меня такое впечатление, что там будут живые люди, то есть живые огромные существа, которые меня сразу же расстреляют, и да, и на этом все закончится. Так, хорошо, давайте тогда я зайду на посадку, а потом мы дойдем пешком. Тут тогда уже будет недалеко. О, как раз все, можно. Можно. Есть. Все, отлично. Девушка, видите, она молодца, она пешком, она все пешком сделала. Мученица ты наша. Так, давайте передвинем это задание, а то оно немножко мешает. Так, давайте пойдем. Вы видите, мне туда, скорее всего, нужно будет сейчас пойти, а пока что это все здесь будет происходить. Так. Да, ё-моё-моё-моё. Кто это так? Знаете, кто это такое? Это вот... Брысь! Это очень похоже на больших орков или гоблинов, как они называются, из... Из игры, чье название я совсем забыл. Итак, я этих товарищей залутить не смогу, потому что мои NPC просто побежали. Они побежали. Они не стесняются. Они бросили меня одного. Молодцы. Как бы они не стесняются. Что в них? Пули. Ничего такого особенного. Так, давайте пойдем туда. Как раз глайдер не запустился. Ну что грустно. Хотелось бы лучше. И о чем это я говорил? Я говорил это о том, что... По идее, игра одна из самых больших и знаменитых игр, но я сейчас абсолютно забыл. Там такие дядьки огромные, огромные зеленые дядьки. Да, склероз, болезнь века. Fallout! Господи, ты боже мой, как я долго тут. Fallout, вот. Окей, local scrolling. Ambush different from before. Oh yeah, race locals, rubble, play bubble, ava, large building over there. Хорошо. Давайте пойдем к большому зданию вон там вон. То, что я прочитал из огромного количества текста, большое здание вон там вон. Окей.
Так, может быть, даже стоит сохраниться, чтобы это больше все. А то я полечу далеко. Тогда перезапишу сейчас. Окей. Окей. Давайте пойдем тогда. Так, хорошо. Найти Хитоми. 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 Это Хитоми, это та, которая нам золото проходит. Товарищ. Я тебя вижу. Я тебя издалека вижу. И насквозь. Бум. Все. Так, а почему я не могу забрать его топор? И зачем ему пули к топору? Как бы это... Да. Инопланетяне. Знаешь, непонятно. У них своя культура. Пули к топору, это тут важно. Важно перезарядить свой топор. Потому что если в нем закончатся пули... Чем же мы будем тогда рубить? Ничем. А, придется вот так вот. Камешками рубить. Так, ага, хорошо. А, что тут кенгурята? Кенгурят. Так, восклицательный знак. Большое здание вон... Ага. Here we are, I was up there. Что значит up there? Вот, аж up there? А, нет, нет. Я уже подумал, что мне придется туда забираться. Но нет, восклицательный знак с другой стороны. Так, интересно, мои NPC, они запутаются? Да, они запутались. Но ничего, они взяли, бежали. Молодцы, молодцы. Так, теперь мы идем сюда. NPC, мои NPC, NPC-то. Молодцы, молодцы. Я что-то не очень понимаю, куда меня ведут, да, но я туда пойду, NPC-то. Бегите, бегите, не стесняйтесь. Вот. Что? Ну, я как бы... Ава? Ты где? Тебя закопали? Может быть, здесь где-то можно спуститься вниз еще глубже? Нет. А, может быть, там можно было где-то глубже спуститься. Вот как, может быть, там была пещера, я просто не увидел. Бывает. Так, давайте я скушаю бутерброд. Отлично. О, нет! Жизнь у меня отнялась от того, что я скушал бутерброд. А, ну, бывает. Ошибки случаются. Так, у меня все еще ощущение, то, что мне нужно туда, наверх подняться. Потому что здесь нету никаких дырочек. Здесь абсолютно нету дырочек. Может быть, она на дереве? Так, я сейчас на кого-то обижусь. Давайте сохранимся. Окей. Я сейчас на кого-то обижусь. Давайте пойдем посмотрим, здесь ли она. Нет, и в здание зайти невозможно. Хорошо. Ну, где ты? А, может быть, ну, нет, внизу. Нету ничего внизу полезного. Так, где мой джетпэк? Давайте поднимемся. А. Он сказал up there. Up there. Где up there? И почему у меня восклицательный знак показывает на середину пустыни? То есть это странно. Я не понимаю, что происходит. Так. Еще раз. Тут какие-то точки показывают. Так, хорошо. Там мои NPC-то. Вот, по идее. Она здесь отмечена. Она здесь отмечена на... Так, ну... Нет, ну я поднимусь туда. Я же такой, я же резкий. Я же поднимусь туда. Может быть, если у меня хватит заряда джетпека. Так, давайте попытаемся это сделать. Этот трюк. Так, хорошо. Раз.
Я немножко утонул в здании, но ничего, такое бывает. Так. Давай. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть есть. Вот, и теперь следующий прыжок у меня, по-моему, не получится. Мои NPC-то сюда подбежали? Молодцы. Хорошо, давайте попробуем. Давай, лети, лети, джетпэк. Давай, 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 давай. Есть, есть. Хардкорный джетпэк. Так, давайте на этот шарик поднимемся. Конечно же, батарейки на то, чтобы спуститься, у меня не хватит. Абсолютно не хватит. Но я поднялся сюда. Я горжусь этим. Так. Какие-то еще здания есть. И я утонул опять в здании. Чуть-чуть. Так. Интересно. Скорее всего, нужно было искать, читать задание до этого. Может быть, здесь? Давайте пойдем. И вовремя зажигаем джетпэк. Тормози, тормози. Есть. Так, NPC-то. Что вы скажете мне? На то, что мы уже 10 раз пробегали мимо Авы, Марии и всех остальных святых. Так. Давайте подойдем туда еще раз. Она мне на миникарте тоже отмечена. Я вообще не понимаю, что тут происходит. Туда я забраться не смогу. Извините. Вот что-что, а туда забраться я не смогу. Так, Ава, где ты прячешься? Где ты закопалась? Петр Азимов, товарищ Петр Азимов. Нет, нет, нет. Может быть, нужно кусты собрать, чтобы она в них не смогла спрятаться. Нет. Хорошо, так. Тогда мы пойдем убивать людей. Так, 2500, отлично. Я даже не помню, как я перезаряжал батарейки. Но я это явно сделал, и это правильно, потому что они мне сейчас понадобятся. Мы сейчас будем искать всех и убивать всех направо и налево, пока мы не найдем Абу, пока мы ее полностью абсолютно не найдем. Так, и... Да их там много. Но ничего. Мы от них ничего не оставим. Так, и лужи не оставим от них. Раз. Так, отлично. Пули в огнемете, как всегда. Как всегда, чудесно. Так, давай, беги сюда. Молодец. Так, хорошо. Ага, это мы с ними разберемся. Может быть, они мне нужны будут на потом. Но мы сейчас их всех поубиваем. Идите сюда. Идите. А вы заблудились? Ну, кто вам виноват, что вы такие глупые и не знаете, куда бежать? Так. Этот от мух отмахивается. У нас тут проблемы намного страшнее, чем ты можешь себе представить. Так. Хорошо. Следующее. Есть. Хорошо. Хорошо. Так, кто там еще остался? Так, ты, парень, ну, иди сюда. С тобой мы разберемся. Нет, 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 тебе... Вот, правильно, вот теперь ты правильно свернул. Ну, с топором дяденька как раз страшный, резкий. Петр Азимов. Так. Как раз, ой, это не та кнопка. Я постоянно на J нажимаю, чтобы в журнале покопаться. Может быть, здесь у нас подсказочка какая-то есть? Meet Ava. Meet Ava. Отлично. Спасибо. Спасибо. А, как раз мы можем сделать abort и потом еще раз его запустить. Хорошо, давайте так и сделаем. Потому что пока что мне кажется, что это баг. Нет. Нет, мне сюда нельзя. Из принципа нельзя. Нет, я сюда попал. Из принципа попал сюда. Так, хорошо. Мои NPC-то не знают, что делать. Они заблудились, бедняжки. NPC-то, не стесняйтесь, не стесняйтесь.
Смотрите, какая красивая. Эта штука называется рампа. По ней можно подниматься. Так, давайте сделаем аборт. Так, давайте сохраним себе перед тем, как делать аборт. Потому что это может все сломать абсолютно навсегда и вообще жестоко. Так. Нет, спокойно. Так, встретиться с Авой. Аборт. Аборт корабля. И волны бились о борт корабля. Так, хорошо. Аборт. Нет. Это была хорошая идея. Как бы, но нет. Оказывается, что нет. Нет, потому что нельзя! Нельзя! Абсолютно нельзя! Отказаться от главного задания. Почему-то. Почему-то нельзя. Так, тихо. О, господи. А может быть, с ними нужно разобраться? Вон они. Вон они. Может быть, они часть задания? Может быть, я просто не так подошел к заданию? Не с той стороны? Бывает и такое. Альфа. Альфа. Бывает. Альфа, альфа. Хорошо. И следующий. Сказал заведующий. Так. Есть. И... Есть. Хорошо. Ава? Ава? Не стесняйся. Выходи. А что будет, если я быстро передвинусь вот сюда? Ага! Лично! То есть, я не знаю, чем это сейчас закончится. Но! Давайте. Это эксперимент. А то есть, все фоллоу-миссии у меня... оборвались. Хорошо. Я не знаю, что это теперь значит для меня. Но! Вот где! Правда, я, честно говоря, что-то не понимаю. Откуда это здание здесь появилось? Его здесь раньше не было. Я... Мама, а, знаете, где я был до этого? Вон там, далеко. Так, где... Так, давайте сейчас загрузимся. Я теперь знаю, куда нужно идти. И давайте сейчас посмотрим. Вообще, это здание, оно есть? Оно как... Фактически, оно в мире есть сейчас при этой загрузке. Так. Нет, его в мире нету, потому что... Вон оно теперь есть. Его не было до этого. Вот, ну вот честно, ну... Ну не было его там. Меня обманули, вот. Альфа. Сказал он, теряя терпение. Но это все еще Альфа. Ну не, вот... Ну, хорошо. Это любопытный баг. Также не было вот этой штуки, например. Спокойно. Все будет хорошо. Это не так страшно. Это могло бы быть намного страшнее. Например, оно могло вообще не появиться, что было бы грустно и обидно. Так, хорошо. Давайте возьмем. Нет, ну а может быть я абсолютно слепой, как пень. То есть вот этого я тоже не видел. Ничего не видел, абсолютно ничего. Откуда? Откуда? Откуда это появилось? Так. Или куда ты пропала тогда, скажи мне, здание? Что-то резко как-то. Окей. Ничего, это простительно. Давайте сделаем так, чтобы NPC-шки шли за нами. Хорошо, они NPC-то идут за нами. Не слабый баг. Не слабый. Может быть, знаете, может быть, оно не загрузилось, потому что я сюда подлетал, и оно медленно грузилось, и оно, в общем, оно запуталось. И может быть, я не прошел какой-то триггер тогда. Ну, это странно. Очень-очень странно. Вот. Ава!
Вот ты... Авазнев. Тебя родители явно не любили. Пётр! Так, found the bats kicks. Гесана. Я не читал текст. Привет. Что ты нам можешь продать? Так, джетпэк у нас уже есть. Глайдер, ропган. Как раз вы мне написали про него. Вторая турель. Сколько, у меня сколько мяса за это время накопилось? Мясо у меня. Это 3000? Нет, это 9000. Это уже лучше. Ну, стоит или... я не знаю, у меня... Зато батарейку куплю. Вот, батарейку, да. Батарейка нужная вещь. Как раз... Пётр! Пётр, стой! Стой, Пётр! Магазин? Что это такое? Herbal drink. На травах? Настоечку на травах делаешь? Ну. Это, понимаю, это веселая вещь. О, господи, боже мы, как можно... Они перевозят тексты инопланетные. Так, баба, great forward you the code. Sounds good, let's do it. Отлично. Be careful. Я буду абсолютно осторожен, не бойся. Кого нужно убить? Теперь просто скажите мне, кого нужно убить? Это у меня простой ум. Я особо меня бросили. Эта девушка больше со мной не гуляет. Ну, что поделать. Давайте сохранимся после всего этого, чтобы больше это не делать никогда, ни за что. Мы можем, конечно же, на самый верх башни подняться, посмотреть, что там такое. Давайте это и сделаем. Так, хорошо. Сказал я и увидел, что у меня... не получится. Так, а в какую сторону мне нужно вон туда полететь? А я могу из окна выпрыгнуть? Я выпрыгнул! Глайдер! Я выпрыгнул из окна, да. Ответ на мой вопрос позитивный. Можно выпрыгнуть из окна без проблем. Так, мы явно вот к этому серверу подлетаем. Давайте осторожненько подлетим туда, потому что... Или это большая-большая шуфлядка? This must be it! Сказал мне кто-то снизу. Глайдер запутался совсем чуть-чуть, абсолютно, полностью. Только, пожалуйста, не... Destroy the emanation point A. Как? Где моя взрывчатка? Дайте мне мою взрывчатку! Как я это ножиком сруб? Ну ничего, я не против. Я абсолютно не против. Этой игре очень нужна взрывчатка. Очень. Нет, у меня, по-моему, есть граната в инвентаре, но... Вот, знаете, как взрывчатка типа C4. C4 и все, и C4 yourself. И отлично было бы. Так, мечом, конечно же, я не против. Что-то. И тут что-то произошло. Ага, я, конечно же, сломал. Find emanation point B. Окей. Так, где наш джетпэк? Джетпэк. Я вон он. Все хорошо. И переключаемся на глайдер. Поп. И полетели на emanation point B, который мы тоже срубим мечом. Потому что мы хардкорные. Потому что мы жестокие, и мы слушаем только металл. Так, где? Так, это я зачем-то полечился снова. Но ничего. Так, стеридоридекс. Я туда почти что долечу. Почти. Чуть-чуть придется пешком пройти. Он меня заметил? Где мой бластер? Так, спокойно. Он меня заметил. Хорошо, что у него нету рук. Это единственное, что меня радует. Так, он меня заметил. И у меня батарейки не хватит на то, чтобы подпрыгивать над его лазером. И
его убить еще бластером. Так что давайте будем следить за тем, чтобы это с нами не произошло. Смерть, смерть. С нами не произошла с нами смерть, как в прошлый раз. Это смерть, это больно. Давайте не будем этим заниматься. Так, батарейка твою налево. Есть, хорошо, все, есть, продолжаем. Продолжаем стрелять. Лазер. Не надо лазер. Не делай этого, пожалуйста. Так, и бластера явно, может быть, ножиком будет легче. А что будет, если я подойду совсем близко? По-моему, он не может под себя... Нет, он может под себя стрелять лазером. Я думал, он не сможет голову нагнуть. Но нет, он явно это может. Он умеет, он молодец. Молодец. Есть. Что в тебе? Ух ты! Алюминий! Железо, золото! Да их можно фармить! Это я не откажусь, я их буду фармить. Так, давайте теперь срубим вот эту штуку. Которая очень большая. И как бы так. Ну, я чувствую, мы будем натыкаться на этих парней. И батарейки — это очень важно. Так что нужно научить, нужно сделать батарейки. Если можно. По идее, было бы лучше, если бы они мне просто продали одну большую батарейку. Но, или сказали, как это делать, но я... Придется здесь продолжать. Так, есть. Come in, you can hear me, yes. Rush на... Help Peter at elimination point C. Питера явно... бьют по голове на C-поинте. Я даже не знаю, стоит ли сейчас... так долго бежать. Ну, давайте. Давайте. Прыгнем. И вон он, Elimination Points. Elimination Points, я, то есть, да, это просто... Так. Хорошо. И мы полетим Питеру. Поможем. Там у него явно проблемы с большим великаном. Большой великан. Так, где мой бластер? Хорошо. И полетели дальше. Питер! То есть, Пётр! Мне явно нужно было раньше спуститься вниз. Я надеюсь, я сейчас не упаду с горки. Нет, по крайней мере, я не упал с горки. Так, где мой... Хорошо. Давайте пойдем на восклицательный знак. Потому что тут мы... Пётр! Что с тобой сделали? У тебя остался один пистолет. Пётр, с тобой все в порядке? Да, тут мы все собрались, и сейчас мы будем все вместе. От Пётра остался один пистолет, да. Жестоко. Что значит? Destroy elimination point. Где? Где? Ты? Где ты? А, вон они, господи, вон, далеко-далеко. Но кто-то в нас тоже выстрелил лазером. Или мне показалось. Хорошо. Так, давай... А, здесь три огромных робота. Так, хорошо. И при том у этих огромных роботов есть руки. Что плохо. Помним. Нужно уворачиваться. Так, давайте продолжим. Наша попытка разобраться с огромными роботами. Так, а если мы будем просто бежать налево, сказал я, пробежавшись направо? Да, я думаю, что так можно будет с ним разобраться. Так, теперь налево. Хорошо. Конечно же, долго, скажу вам честно. То есть, ну, бластер бы второго уровня, он бы мне очень пригодился. Очень. Окей. А дети, вы мне... Нет? Нет? То есть помощи мне от вас не будет? Ну что ж, я вам это припомню. Когда я стану королем этого всего мира, я запомню, кто мне помогал с огромным роботом разбираться, а кто нет. Так, хорошо. И может быть мне вот в этом случае, например, ракетная турель помогла бы, или просто турель. Батарейка. А!
Тихо. У меня есть ракеты! Мне дали ракеты! Missile launcher. Need four turret blocks under it to work properly. Нет. Оно еще стреляет с ракет. Да. Хорошо, что меня проинформировали. Так, тихо. Так, тихо, 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 тихо. Ракетная турель. Я понимаю, что на нее нужно поставить специально. Так, чтобы она стояла специально. Но. Понятно. Так, где наша постройка? Наша постройка будет здесь. Два. Три. Четыре. Вот теперь я могу поставить лазерную турельную турель. Миссил. Тихо. Стань. Молодца. Нет. Нет, не стоит. Люди, вы мне помогать не будете. То есть из принципа, да? Из принципа помогать не будут. Ну что ж. Нет, не становится. Так, давайте построим еще раз. Где там? Б. Так. Ага, он присел. Отлично, он ничего не делает. Конечно же, я не знаю, будет ли турель на таком расстоянии стрелять, но давайте сейчас посмотрим. Да? Проверка. Так, спокойно. Так, ты хочешь? Ты не хочешь. Turret needs 4 by 4 blocks under it to work correctly. А, 4 на 4. То есть, может быть, нужно еще наверх построить. Так. Во как, может быть, нужно сделать. Так. Хорошо. Может быть, еще наверх нужно, чтобы стояло. Вот как. Этого хватит тебе? Турель ракетная, это моя. Ракетная, это моя турель. Так, давайте я сначала разберусь с одним из великанов. Хорошо. Один из великанов, умри, пожалуйста. Я просто сейчас уже буду заканчивать эпизод. Ты умрешь. Это то, что ты сделаешь в этом эпизоде. Так, это будет твой achievement. Поздравляю! Великан, который отрезал мне ножки. Так, давайте пойдем его залутим, потому что я абсолютно злой и злодей, и страшно. Давайте скушаем печеньку. Не двигайтесь, не дергайтесь, не дергайтесь, остальные великаны, пока я буду лутить вашего брата. Отлично. И я пошел. Так, тихо. Все. Не надо. Не надо. Сядь! Сядь. Все. Я больше не опасный. Я больше не опас. Уйди, уйди. Уйди, страшное чудовище. Я спрятался. Все. Так, давайте я на этом сохранюсь. И на этом на сегодня закончу. Я тогда сбегаю в другой лагерь. Перезаряжу батарейки. Он бежит за мной. Он бежит за мной. Он бежит. Он бежит. Он бежит за мной. У меня сколько батареек осталось? Ноль. 300. Ноль. Просто чудесно. А как они реагируют на пули? Мне даже страшно смотреть, как они будут реагировать на стрелы. Но... Нет. На сегодня я закончу. Скажу вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.